Ну, тим часом погода зіпсувала плани Ізраїлю. Через хмарність Цахал вирішив перенести операцію «Залізні мечі». За даними видання «Нью-Йорк Таймс», принаймні, пілоти не зможуть точно бити по цілях, тож армія країни чекає, поки розпогодиться. Ну, а детальніше про оперативну ситуацію в Україні поговоримо з Зеєвом Ханіном, політологом, професором університету імені Меїра Бар-Ілана. Вітаю вас, пане професоре. Вітаю вас і ваших глядачів. Дякую. Пане професор, отже, які останні події? Що ми могли пропустити от в останні години? Або про що, можливо, медіа ще не встигли повідомити? Головне, що відомо на тепер про долю ізраїльтян, яких узято в заручники? Якщо ваша ласка, буду відповідати російською. Прошу. Ситуація в країні слідуюча. Є дві новості, скажімо так. Перша – відкривається другий фронт. По сути дела, идут уже бои на севере, на северной границе Израиля. Армия обороны Израиля, спецслужбы, а также силы ПВО и все, что, так сказать, там сосредоточено в настоящий момент, они готовятся к отражению серьезной атаки со стороны еще одного, наряду с Хамасом, иранского прокси, это южно-ливанской, шиитской, радикальной террористической группировкой Хизбалла, но пока что речь идет об инфильтрации отдельных групп террористов и спорадических обстрелов. На израильской стороне есть раненые. Израильская армия отвечает артиллерийскими залпами и действиями беспилотников системы ПВО. Там тоже приведены в боевую готовность, но пока что основное внимание, как вы правильно отметили, направлено на сектор Газы, где, собственно, готовится, или, по сути, уже началась сухопутная антитеррористическая операция. По сути дела, территория вокруг, в районе Сега, рядом с забором безопасности, прорванным террористами Хамаса 7 октября, так вот, территория уже защищена от террористических групп, и, по сути дела, остается только подсчитывать ужасные, разрывающие душу и сердце потери местного населения. Уничтожено в двух населенных пунктах, в двух поселках, уничтожено, соответственно, треть и десятая часть их населения. В одном из кибуцев уничтожены практически все. Поэтому понятно, что мотивация у израильской армии и израильского общества достаточно высока. При этом надо иметь в виду, что в секторе Газа находятся, по разным оценкам, от 130 до более 150 заложников, которые, как вы верно отметили, были захвачены террористами во время этого, ну, оказавшегося неожиданным для израильских бойцов неожиданной атаки боевиков группировки Хамас. И, насколько нам известно, по крайней мере, это не вся информация, которая имеется в открытом доступе, но, насколько известно, на сегодняшний момент заложники распределены практически по всей территории сектора Газа, и они, как и собственное гражданское население, они используются руководством Хизбаллы, простите, руководством Хамаса в качестве так своеобразного живого щита в расчете на то, что Израиль не решится атаковать те здания, сооружения, те укрытия, где находятся свои собственные граждане. Понятно, что традиционная политика в соответствии с этическим кодом Цахала не предполагает нанесение ущерба гражданскому населению, естественно, своему, но и чужому, да, населению противника. Сегодня, правда, парадигма изменилась, и коль скоро государственное образование, каким де-факто является режим радикальных фундаменталистов в Газе, объявило Израилю войну, то, соответственно, агрессор, как принято с точки зрения международного права, сам отвечает за своих пострадавших, особенно если использует своих граждан в качестве упомянутого живого щита. Тем не менее, речь идет также и об израильских гражданах, поэтому, насколько мы знаем, в настоящий момент предпринимаются немалые усилия для того, чтобы так или иначе решить эту проблему через посредников. В качестве посредников привлекаются и традиционные, так сказать, партнеры по неформальным переговорам
в прежние времена между Израилем и политическим руководством Хамаса, так и сравнительно новые. Речь идет в данном случае о Египте, да, как мы понимаем. Но свои услуги предложил президент Эрдоган, президент Турции, и неожиданный субъект, в данном случае Катар. Это страна, ближайший союзник Ирана. Иран стоит за поддержкой террористических группировок здесь, в Восточном Средиземноморье. Иран санкционировал передачу денег, ресурсов катарских в сектор Газа. И тем не менее Катар, видимо, или Катар, как принято говорить по-русски, в настоящий момент находится тоже в непростой ситуации, поскольку, как мы хорошо знаем, на Ближнем Востоке локальная война довольно быстро перерастает в региональную войну, учитывая, что два американских авианосца, один уже здесь, а второй на подходе, примет участие в случае, если непосредственно в конфликт вмешается и Хизбалла, и проиранские прокси, которые действуют в Сирии, а также, собственно говоря, и сам Иран. Так что в этой ситуации, надо полагать, Катару есть мало интереса быть одним из субъектов конфликта. И, возможно, им имеет смысл на сегодняшний день проявить некую добрую волю. Израиль, со своей стороны, возобновил подачу воды, как мы знаем. Предполагается возобновление подачи электроэнергии в южную часть сектора Газа. Именно туда, по требованию Израиля, Израиль требует, чтобы именно туда ушло гражданское население с севера сектора. И, скажем так, учитывая, что Хамас, разумеется, сам будет отвечать за гражданские потери населения, но, тем не менее, Израиль заинтересован сделать максимум для того, чтобы эти потери были минимальные. Поэтому предлагает уйти всем. Хамас, как мы знаем, задерживает, делает все для того, чтобы сохранить живой щит. В частности, отказался эвакуировать больных и персонал клиник, которые имеются на севере сектора Газа. Ну, по очень простой причине, скажем, в подвале крупнейшей клиники находится центральный штаб Хамаса. Вот, так сказать, под остальными клиниками, как и под школами УНРА и так далее, находятся склады боеприпасов, мастерские по производству вооружения и так далее и тому подобное. Поэтому, естественно, они заинтересованы в том, чтобы этот живой щит сохранился, тем более, что, как господин Мазрук, представитель политбюро Хамаса, да, высказался в своем интервью арабской службе Russia Today, Russia Al-Ayun, пропагандистский канал Российской Федерации, что нам удалось обмануть израильтян. Израильтяне думали, что мы заинтересованы в улучшении социального и экономического положения собственного населения, а мы-то на самом деле, так сказать, наша главная задача – это уничтожить Израиль, и все остальное нам по большому счету неинтересно. Так что это довольно сложная вот такая вот комбинация, как мы видим на сегодняшний день. Израиль готов поставить воду, электроэнергию и товары гуманитарного назначения в обмен на освобождение заложников, по крайней мере, женщин и детей. Хамас пытается получить максимальные дивиденды и не оплатить, как это чаще всего бывает, свою часть акций. Так что как будет развиваться событие, я думаю, что мы узнаем уже после того, как они произойдут. Пане професоре, це настільки вичерпний коментар, що я навіть, в мене ще були заготовані питання, але ну, я навіть не маю що поставити, яке. Ви абсолютно відповіли майже на всі. А вибачте мені мою нетактовність, я спочатку не висловив співчуття єврейському народу і родинам загиблих і поранених, а висловлюю просто зараз. І нагадую, що це професор Зеєв Ханін, політолог і професор університету Бар-Ілана. Дякую вам за ваш коментар. Дякую вам. Дякую. Миру вам якомога швидше. Дякую. Дякую.